Всем привет, на связи Дмитрий Гончаров. И в данном видео я хочу вам рассказать про одну очень интересную программу, которая помогает мне в процессе моей работы, то есть в процессе создания сайтов. Сейчас я делал, работал над одним из сайтов, и у меня возникла такая необходимость, что есть наличие очень много изображений, скачанных с интернета, в частности с WhatsApp, и они имеют очень длинные названия файлов, то есть вот я вам сейчас продемонстрирую. Обратите внимание, что я скачал фотографии. Они, во-первых, имеют название одинаковое, WhatsApp Image. Дальше идет дата и также идет время. Плюс еще есть расширение JPEG. Не просто JPEG, а JPEG. Но вот мне данный формат не подходит. Мне нужно именно просто JPEG, чтобы без буковки E. Тут папки 79 изображений. И мне нужно как-то их переименовать. Конечно, это можно все стирать вручную, то есть вот так вот активировать, стирать данные, сохранять и так вот все 79 файлов. Но проблема в том, что 79 файлов это очень много. И сидеть их все обрабатывать вручную, это будет затрачено очень много времени. Плюс, это еще не все изображения, еще предвидится сотни картинок, потому что это будет фестиваль определенный. И еще будут в процессе очень много фотографий, поэтому имена у них будут у всех всегда вот такие. И их придется исправлять. Это очень долго. И я вам хотел бы показать программу, которая будет облегчать вам работу по переименованию файлов. Любых файлов, то есть не обязательно это картинки, это могут быть и архивы, и какие-то документы. Ну, в основном это всегда графика то есть когда очень много картинок вот программа называется она renamer находится она по сайту о, по адресу сайта den4b.com это российский разработчик программа бесплатная для некоммерческого использования последняя версия 7.1 для того чтобы скачать достаточно перейти на этот сайт либо здесь в баннере найти и нажать download, либо вот здесь есть название RenameR7.1. Здесь идет краткое описание, что она умеет делать. И можно зайти, получается, в загрузки. Так, это мы попадаем сюда. Вот, да, здесь есть загрузки. И нажимаем скачать инсталлер. То есть инсталлер это будет установщик, который установит программу на компьютер. Есть версия Portable. То есть это портативная версия, она не устанавливается, а просто запускается как файл. Запустилась программа, поработала, вы ее закрыли, все, она у вас в системе не устанавливается. То есть ее удобно закинуть на флешку и переносить с устройства, ну, с устройства на устройство. Поэтому выбирайте, как вам удобнее. Она поддерживает русский язык. Я уже скачал ее, она у меня установлена. Единственное, у меня была версия 6.8, я ее сейчас обновил до последней. 7.1. И давайте посмотрим, что умеет данная программа. Закроем окно. А здесь мы можем с вами добавить как файлы поштучно, так и целую папку. Плюс мы можем с вами перекинуть, просто-напросто выделив и перетащив нужное нам количество изображений. Давайте так и сделаем. Просто перетащим. Ctrl-A, я выделяю все 79 изображений и просто перетаскиваю сюда в окно. Вы же можете это сделать как вам удобнее. Все настройки я рассматривать не буду, они здесь в принципе не такие сложные, поэтому вы в принципе можете сами изучить эту программу, посмотреть что здесь есть, что она позволяет делать, но я скажу, что здесь возможности у нее очень большие в плане вот работы с названиями файлов. Вот обратите внимание, у нас здесь с вами внизу открывается поле, где у нас все наши файлы перечисляются. То есть здесь оригинальное имя, а здесь будет новое имя. В данный момент они ничем не отличаются, они одинаковые. Нам нужно с вами сделать переименование. В частности, я хочу убрать первый WhatsApp Image и в конце убрать вот это время, оставить только дату. Плюс изменить э, расширение с JPEG на JPEG. Давайте попробуем это сделать. А, ну, здесь нужно нам с вами добавить правила. Нажимаем вот здесь вот добавить. У нас всплывает вот такое окно, где очень много вот здесь вот с левой стороны правил. Что мы можем, как мы можем вообще обрабатывать данные а, имена файлов. То есть здесь можно что-то вставить, что-то удалить. Давайте для начала попробуем что-нибудь удалить. Нам надо с вами удалить первые символы в названии файлов. Посчитаем, сколько у нас здесь символов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пробел 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть 15 символов в начале файла. Так, давайте удалим. То есть, так, так, так. Здесь у нас будет, получается, позиция 15. Справа налево. Это, то есть, задняя часть, но нам надо спереди. Давайте попробуем добавить правила и посмотрим, что у нас получается. Так, немножко не то. Когда правила вы сделали, и оно вас не устраивает, то есть у нас убралось, убрался пробел 15. Вы снова в него кликаете два раза кнопкой мыши. И вот здесь вы можете поработать над его корректировкой. Так, это мы убираем позицию. То есть мы убрали 15-ю позицию. Нет, нас это не интересует. Нам надо убрать количество. То есть убираем 15 знаков. Справа налево не ставим. Значит он нам должен удалить их слева направо. Нажимаем сохранить. Так. Он нам стер, получается. Угу. Так, давайте попробуем еще раз. А, позиция. Так, здесь нам надо поставить один и создать правило. Вот, смотрите. Все правильно. Здесь просто не надо было ничего убирать. Тут единичка по умолчанию стояла. Смотрите, если я сейчас удалю это правило. А, снова добавлю. Видите, здесь удобно то, что можно экспериментировать с правилами, видеть уже готовый результат, который получится после применения правил, и играть с ним, то есть пробовать варианты, как это все будет реализовываться. Вот смотрите, по умолчанию здесь позиция уже стояла один, то есть здесь мы не трогаем, просто устанавливаем количество знаков, которые нужно удалить слева направо. Это 15. Добавляем. Все, обратите внимание, что у нас с вами Удалились данные, даже вплоть до пробела осталась дата. Теперь нам нужно с вами удалить данные с конца. Это у нас получается количество 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 12, да? Все, добавляем уже новое правило, то есть это мы не трогаем. Пишем здесь, выбираем удалить, пишем 12. И уже справа налево, то есть с задней части имени файла. Плюс здесь галочка стоит пропускать расширение. Расширение он не будет учитывать и точку тоже. Добавляем правило. Так, у нас получается проверка не удалась из-за проблем. Потому что у нас здесь с вами одинаковые будут имена. Потому что они сняты в один день. И у нас с вами здесь получается дубли. Из этого ошибка. Видите, дубликат в списке. А, как нам здесь а, с вами поступить? Давайте, чтобы у нас это все было уникально. Мы просто удалим это правило. Удалим правило. Убрать. И добавим правило, которое у нас будет с вами стирать а, не время, а будет... Заменять вот это вот название АТ на дефис. Давайте сделаем заменить. Пишем, что нам надо заменить. Нам надо заменить пробел. АТ пробел. И мы заменяем это на дефис. Нажимаем добавить правила. И обратите внимание, что у нас здесь с вами добавилось дефис вместо АТ. И у нас пропала ошибка. То есть мы с вами убрали WhatsApp Image, брали вот этот вот AT-предлог. И просто получается поставили вместо него дефис. И все наши имена стали иметь одинаковый ну, формат, но разное время. То есть стали все равно уникальными. И плюс нам надо сейчас с вами поменять расширение JPEG. Это делается также добавлением правила заменить. Или расширение. То есть здесь новое расширение можно просто. Здесь вариантов несколько, как это все сделать. Нажимаем добавить правила. И видите, все, у нас решение поменялось. Все, после того мы нажимаем с вами переименовать. Это вот здесь я поменяю на список, чтобы вам было наглядно видно. Нажимаем просто поменять. Переименовать, точнее, применить все правила. 79 файлов изменено. Все, и обратите внимание, здесь в нашей папке они все стали вот такого формата. Соответственно, их можно даже просто переименовать. Взять, создать правила. Так, нет. Добавить правила. Здесь есть рандомизация, нумерация. То есть их можно просто пронумеровать все по порядку. Все как вы захотите. То есть какой формат вам файла нужен, название, так вы и делаете. Давайте проверим, что у нас эти фото все отображаются. Все. Смена расширения нам у нас не повлияла на файл, потому что это по сути одно и то же расширение просто ну, немножко э, в интернете вот конструкторы некоторые не воспринимают именно jpeg, а им нужен только jpeg. Также некоторые не воспринимают, когда jpeg написан большими буквами заглавными, их тоже надо делать маленькими, поэтому эта программа тоже будет вам в этом помогать. А, все, на этом. Я видео заканчиваю. Оставляйте ваши комментарии, что вы думаете по поводу этой программы, какие еще интересные варианты можно найти для ее применения. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых роликов на моем канале. У меня на этом все. Пока.